Здравствуйте, девочки. Отошла, свечку хотела зажечь. Добрый вечер всем. Сейчас зажгу свечку и поедем. Привет. Привет, девочки. Добро пожаловать. Как ваши дела? Как настроение? Я рада вас всех видеть. Молодцы, что присоединяетесь. Не гуляете, Наиле Ханум. Привет, Арсенчик, привет. Рада тебе. Как меня слышно, видно со звуком? Все ли в порядке? Звук, видимость там с интернетом. Я немножко задержалась, видите, немножко со связью пыталась наладить. Меня слышно, видно, все ли в порядке? Вы видите, у меня на тумбочке сертификат и премия, которую мы получили благодаря вам, благодаря вашим голосам. У меня с Инстаграма проголосовало 430 человек, представляете? 473 человека, 473 человека. Я вообще обалдела. Всем привет. Слышно, да, видно? Ну, отлично. Кто со мной первый раз? Кто меня видит первый раз? Поставьте плюсик или какой-нибудь смайлик, чтобы я понимала... Я представлюсь для новеньких, кто меня не знает, кто видит первый раз. Меня зовут Наиля Берарова, я социальный психолог, женский тренер по отношениям. Недавно, благодаря вашим голосам, получила премию года по версии журнала «Вау» «Лучший женский психолог». Сейчас активно участвую экспертом-психологом на телевизионных шоу. Это Первый канал, НТВ, Москва 24, РЕН-ТВ. Вот недавно отснялась в передаче для канала «Спас». Sweet Dreams, вы не первый раз. Привет, дорогая Наиля. Привет, дорогая Маргарита. Девочки, рада вам. Если есть вопросы, задавайте. В конце эфира попробуем... разобрать ваши ситуации и сделаем прям расклад. Если есть у кого-то что-то насущное, актуальное, кто хочет со мной поговорить здесь и сейчас в моменте, я открыта. Спасибо за ваши сердечки. Вижу, это очень греет и приятно. Итак, вчера мы были с мамой и сестрой в Лиликанском театре в Москве. Кто не знает, что это, там участвуют кукольные герои, 6-сантиметровые. Это страна Лиликания. Мы были там в 97-м году с мамой и сестрой, когда я была совсем еще малышкой. И мы окунулись прямо вчера в детство. Это были очень приятные ощущения, эмоции. Я на этой волне провожу сегодня прямой эфир. Кто не в курсе, 30 марта у меня мастер-класс, я вас приглашаю, он будет проходить в Москве, и мы будем разбирать тему, где брать энергию. Сегодня мы разберем, что нам мешает накапливать силы, что высасывает, вампирит, а в субботу мы разберем в Москве для тех, кто записался, где брать силы и черпать энергию. Итак, поехали. Что у нас отнимает энергию? Если у вас какие-то... Это я вам... Я махаю вам, машу. Если у вас какие-то предположения, что может забирать силы и энергии, и энергию, что нам мешает в жизни идти вперед, что мешает себя продвигать, что мешает своей реализации, что мешает развивать свои проекты, осуществлять свои идеи, реализовывать свои планы, что нам мешает, почему не получается, почему один хочет и делает, а другой хочет и не может, почему одна женщина выходит замуж 4 раза, а другая красивая, образованная, умненькая, максимум один раз, а то и вообще ни разу, почему, чего нам не хватает, как вы думаете, почему... Мы теряем энергию, что у нас отнимает силы, что отнимает у нас жизненную энергию. Люди, которые в нас не верят, точно. Sweet Dreams, напомните, пожалуйста, как вас зовут? Забыла. Критика, 100%, нет поддержки. Оценивание, Мария, Зак. Оценивание, разложите, пожалуйста, оценивание себя или вас со стороны. Это самооценка или оценка внешней со стороны? Ответьте подробнее, пожалуйста. Люди-вампиры, 100%. Страхи, да. Настя, да, Настя, вспомнила, здравствуйте. Механический мир,
объясните механический мир. Первый раз сталкиваюсь с таким понятием — механический мир. Я, кстати, еще не убрала елочку, чтобы вы понимали. Мне лень. Не верите в себя, да. Какие вы у меня умнички, да. Сейчас мы разберемся, что с этим нам делать. И вообще, как справляться с ситуацией, когда человек понимает, особенно девочка, да, мужчинам проще, потому что у них, спасибо за сердечки, я вижу, у них реализация в социуме, и они, когда им не хватает сил, энергии, они это получают в действии. То есть они пошли, поработали, получили деньги, соответственно, получили энергию. Оценивание других, ситуацию не принять. Какие вы у меня умнички все. Вот к нам присоединился мужчина Николай. Добрый вечер, добро пожаловать. Может быть, у вас есть какие-то идеи, что отнимает у нас жизненные силы и энергию? Смотрите, я вам распишу, что такое сила. Вот смотрите, сила... Ой, вам видно? Вам видно? Вам обратно, да, видно? Ну, в общем, S-I-L-A. Сила, свет и любовь абсолютные. Свет и любовь абсолютные. То есть, когда нам не хватает сил, нам не хватает света и любви. И это состояние передается вовне тоже. Механический мир, когда живешь как робот на автомате, не живешь по сути, а существуешь, выживаешь, не чувствуешь точно. Точно. Так вот, смотрите, сила — это движущая энергия, да, жизненная энергия. Это то, что нам необходимо просто для того, чтобы... даже существовать, да, а когда у нас есть и свет, и любовь, мы можем чувствовать себя еще при этом и счастливыми. И вы понимаете, что когда человеку не хватает сил, соответственно, ему не хватает света и любви, значит, ему не хватает счастья. Что у нас забирает жизненные силы? Как вы правильно сказали, спасибо за ваши версии, я полностью согласна и солидарна. Девочки, кто присоединяется, 30 марта в Москве у меня будет мой мастер-класс в 16:00, это суббота, стоимость чисто символическая, как всегда, всего лишь 1000 рублей, приходите, буду рассказывать, где брать эти силы и как черпать энергию извне. Присоединяйтесь. Итак, первое, что у нас отнимает силы, что нам мешает двигаться вперед, что нам не дает реализации в социуме, это уныние, отчаяние, тоска и печаль. Когда у человека в принципе внешне все в порядке, все нормально, все достаточно, ну, лайтово, да, ничего смертоносного не происходит, все живы-здоровы, но он недоволен, он не удовлетворен, у него есть, присутствует внутреннее уныние, внутреннее отчаяние, какая-то апатия, нехватка сил, да, и он не чувствует вот этого счастья, он не чувствует вот этого драйва, энергии, позитива, он не чувствует движухи, да, он не готов заниматься какой-то деятельностью для реализации. И вот это самое отчаяние мешает нам, мыслительному процессу, двигаться вперед, отдавая эту энергию на реализацию. Как мы работаем с отчаянием? Если наступает уныние, если наступает апатия, то надо уйти в какое-то творчество, надо уйти в ту деятельность, от которой вы кайфуете, от которой вы получаете удовольствие, в ту ситуацию, в того человека, в то внешнее событие, которое вас наполнит изнутри. Почему внешнее? Потому что внутренне вы настолько опустошенны, что вам негде изнутри черпать. Кто верит, для верующих, да, может быть, есть кто-то религиозный, можно помолиться, молитва очень вытаскивает из состояния уныния, депрессии, апатии, отчаяния. Почему? Потому что молитва нас наполняет изнутри. Мы когда внешне произносим какие-то слова, у нас молитвенные слова, у нас вокруг языка образуется ореола такого священного, благовенного, благословенного энергетического круга, и мы, когда говорим из языка молитвы,
мы как бы освещаем не только себя, да, мы освещаем все, к чему мы притрагиваемся. Вообще энергия молитвы очень сильная. Но уныние и отчаяние у нас растворяется в творчестве. Нужно в этот момент прям себя взять, заставить и окунуться в творчество, да? Творчество. Кто чем любит заниматься? Напишите мне, пожалуйста, есть ли у вас какие-то хобби, есть ли у вас увлечения, есть ли какие-то занятия, которые вас наполняют энергетически, физически, духовно, морально, мыслительно, чувственно? Есть ли такие занятия, которые поднимают ваш дух, которые направляют вашу деятельность на созидание, да? Потому что состояние апатии, уныния, депрессии – это немножко разрушительное состояние, энергии тоже разрушительные. В то время как творчество нам дает созидательную энергию. Что вы подразумеваете под творчеством? Может быть, у кого-то есть свои увлечения, может быть, кому-то присущи какие-то постоянные дела, которые раскрывают в вас творческий потенциал. Ведь творчеством можно заниматься даже на бытовом уровне, даже ежедневно присутствуя дома, можно быть творческим человеком, раскрывать свою творческую личность и пробовать себя в различных сферах, ну, то есть не затрачивая на это ни денег, ни средств, ни каких-то физических, да, аспектов. Девочки, напишите мне, кто чем любит заниматься. Или я уже пропустила, вы написали? Есть ли у вас какие-то любимые хобби, творчество? Что вы делаете? В чем вы раскрываете, развиваете себя? Рисование, стихи пишу, играю на варгане. Прекрасно. Разрисовки, имаджиморфия. Музыка. А что это за разрисовки такие, Галина? Я впервые слышу, как интересно. Да, да, стихи пишу. Стихи вообще хорошо, потому что это как письма гнева, да? Ты сливаешь свои внутренние эмоции во внешние, и ты даешь им право жить. То есть ты этим эмоциям говоришь «да», ты им даешь жизнь, открываешь дверцы, эмоции освобождаются, они проживаются, соответственно, им больше нет надобности жить вашей душе и вас угнетать. Вам чего не спится? Ну, у нас вообще-то 7 вечера, вот и не спится. Это у вас 1:30. Я вообще ложусь в 3, в 4, в 5, поэтому... Вот, а вам чего не спится? Спите. Под мой говор хорошо засыпается. У меня муж засыпает, когда я много разговариваю. Я его как заговариваю, он начинает выключаться. Хорошо, творчество. Итак, дальше что у нас отнимает силы? Кто-то выше написал, что это неприятные люди. Да, неприятным людям, в основном они вампиристые, агрессивные, с травмой контролера. Это люди, которые проявляют себя как тираны, агрессоры, такие надзиратели в тюрьме, да, вот очень, очень... морально давлеющие над другими. Классно идти к морю, да никого нет, где никого нет, и петь с волнами. Круто, что вы живете на море, это вам очень повезло. Это мечта, конечно, жить на море и всегда иметь туда доступ. Да, море вообще это большое место силы, оно еще и соленое, а соль забирает негативную энергию, и вообще соль стягивает на себя. И море человека очень-очень очищает и наполняет. Море — это кайф. Неприятные люди, вампиры. Как в первую очередь мы с ними себя ведем? Это умение говорить «нет». Я вас очень прошу, любите себя, уважайте себя, поднимайте свою самооценку и говорите «нет» людям, которые переступают ваши границы. Говорите «нет» тем, которые... за ваш счет пытаются самореализоваться, самоутвердиться. Это люди, которые ставят себя выше вас. То есть это не партнерские отношения, а это отношения «я окей, ты не окей». И когда человек с позиции сверху начинает давить на другого человека, в принципе, незаслуженно,
надо учиться говорить «нет, со мной так нельзя», и ставить человека немножко на расстояние, чтобы он понимал, что с этим человеком не прокатит. И каждый раз, когда он пытается нарушить ваши границы, а вы ему говорите «нет, нет, нет, стоп, стоп, стоп», на 20-й раз он поймет. Ну, у кого-то на 3-й раз поймет, у кого-то через полгода поймет, но поймет, потому что люди так делают только тогда, когда им это позволительно. Я думаю, все это понимают, просто спасибо за сердечки, вижу, просто не у всех хватает сил, терпения, силы воли, силы духа это пресечь. Это пресекать нужно из уважения к себе, из любви к себе и из любви к Богу внутри себя, потому что обижать себя нельзя позволять никому. Следующий момент, который высасывает у нас силы и энергию, это обиды. Обиды. Если обиды не прорабатывать, если свое сердце не освобождать от обид, если себе не ставить задачу очищать свою душу от обид и от негативных эмоций, сюда относим страхи, чувство вины, гнев, стыды, комплексы, да, это очень много, в большом количестве много, долго выкачивает из нас силы и энергию. А вы помните, да, раз выкачивает силы, значит выкачивает свет и любовь, выкачивает свет и любовь. Это непозволительно, это лишает нас самореализации, и это не только про проекты, про социум, про бизнес, про работу, это и про отношения, и про саморазвитие, то есть это тот аспект, который влияет на все сферы в нашей жизни, в том числе на здоровье тоже, безусловно, потому что я думаю, что вы у меня прокачанные девочки, и вы знаете, что эмоциональный фактор, он всегда влияет на физический аспект, и если у нас есть непроработанные эмоции, они оседают на нашем тонком теле, на энергетическом поле, и если их не прорабатывать, то со временем они перерастают в физические недуги. Поэтому нужно обязательно за этим следить и отсекать негативные эмоции, прорабатывать их, отслеживать, наблюдать себя, то есть постоянный самоанализ, и убирать из своих мыслей, чувств, из тела, души и разума. Дальше. Куда еще мы сливаем свои силы? Куда мы еще сливаем свою энергию? Это прошлое. Сожаление о прошлом, возвращение в прошлое, непринятие прошлого, постоянные воспоминания. То есть постоянное возвращение туда, прокачка себя не в настоящем для будущего, а прокачка себя в прошлое. Это все время слив, это все время непринятие. Хотите, я вам покажу? Здесь так видно красиво. Это моя премия, которую я получила. Видите, здесь написано «Премия успешных людей». Это моя статуэточка, которую я получила. Ежегодная национальная премия успешных людей. Wow Successful Awards 2019 год. Круто, да? Такая она красивая. Я ее сегодня решила сюда поставить. Вот. И мой диплом. Я не знаю, вам показывала. Нет, я еще не делала пост, еще не успела. Вот Берарова Наиля. Лучший женский психолог года. Почему написано от руки? Кто знает? Знаете почему? Потому что, как всегда, мое имя исковеркали. Им пришлось переписывать от руки. Они вызвали меня на сцену, Наталья Берарова. Но я уже привыкла. В Спасе тоже написали Наилия Берарова. Кто-то пишет Барирова. Ну, в общем, я уже к этому привыкла, отношусь спокойно. Так. Дальше, прошлое. Насчет прошлого есть вопросы? Я думаю, вы это понимаете, да, осознанно, что прошлое у нас забирает силы, прошлое забирает у нас энергию. Когда мы все время там мысленно, мы воруем у своего настоящего и, естественно, как следствие, у будущего. Я думаю, что это понятно. Дальше, кто-то наверху написал, что у нас забирает силы критика. Да, это пустословие, сквернословие, критика, сплетни, самокритика, самобичевание. Почему? Потому что когда мы кого-то критикуем, мы что же делаем? Мы же отдаем
мы тратим, да, теряем, отдаем куда? В негатив. Мы же не хвалим никого, не хвалим кого-то, не благословляем, не благодарим, не благословим, не благодарим, а мы критикуем, да, то есть мы сливаем, отдаем, отдаем туда. Сливаем что? Силы, свет и любовь. Понятно, да? Если мы человека благодарим, благословляем, восхваляем, что-то ему позитивное желаем, мы сеем благо. Это понятно, да? То есть, если у нас критика вызывает непринятие, то лучший психолог пользуется шпорами ай-яй-яй. Самоделкина Анна. Во-первых, это не шпаргалки, это план. Посмотрите, я вам покажу. Это план. Все мои знания находятся у меня в голове и в сердце. Шпаргалками я не пользуюсь, дорогая. Приходите ко мне на консультацию, и я вам это докажу. Угу. Итак, продолжаем. Пустословие, сквернословие. Вы поняли, да? Каждый раз, когда мы кого-то критикуем, мы туда шлем негатив. А негатив у нас забирает силы. Это понятно. Что у нас еще забирает силы и энергию? Силы и энергию у нас забирает суета. Суета – это когда мы делаем много пустых, лишних, ненужных, безрезультатных действий. Вот просто суетимся, просто создаем движение не по делу. Вы очень много, наверное, в своей жизни замечали людей, которые... Знаете, есть даже такой анекдот, сейчас я вам расскажу. Вы, наверное, замечали людей, которые много вопросов задают просто ради того, чтобы задать вопрос, а не потому, что им интересно узнать ответ, да? Людей, которые делают какие-то действия, которые им не приносят определенного результата. Вы же встречали таких, я уверена. Иногда мы сами тоже себя так ведем. Мы иногда создаем какую-то лишнюю суету просто для того, чтобы что-то сделать. Это сливает наши силы в пустоту. Нам это не приносит никакого позитивного результата. Вы понимаете? Суета. Анекдот вам расскажу. Муж и жена живут вместе дома. И каждый день, когда муж возвращается домой, он на жену свою наезжает и говорит: вот у тебя кастрюли плохо помыты, и бьет ее. На следующий день возвращается, кастрюли все вымыты, и говорит: вот у тебя чашки плохо помыты, и опять бьет ее. На следующий день и чашки, и кастрюли помыты. Он приходит домой и говорит: вот у тебя рубашки плохо выглажены, и опять бьет ее. На следующий день приходит дома, все идеально, просто все perfectly, совершенно. И он опять ее бьет. Она говорит: ну ты чего, я же все вылизала, смотри. А он ей говорит: не суетись мне тут. Понимаете, да? Когда человек излишне суетится, это вызывает немножко раздражение. Ну, это не то направление энергии, про которое мы сейчас говорим. Мы сейчас говорим про созидательное направление энергии, которое нас направляет на реализацию наших проектов в социуме. Я думаю, что вы понимаете, да? Итак... Что еще забирает у нас силы и энергию? Это непринятие настоящего. Непринятие настоящего. Кто-то выше написал непринятие, но вы, по-моему, написали, я уже не помню, не буду возвращаться наверх, непринятие со стороны людей, со стороны... сейчас, секундочку. Непринятие со стороны людей, непринятие со стороны партнера и непринятие со стороны себя. Это тоже у нас забирает очень много сил, очень много энергии и не дает нам энергии, не дает нам потенциала для реализации. Непринятие. Непринятие просто меняем на принятие. Что такое непринятие? Когда мы не согласны с ходом вещей, когда мы не согласны с тем, что происходит... здесь и сейчас, да, то есть у нас на самом деле процесс сопровождается полностью
другой картинкой в нашем воображении. То есть нам кажется, что должно быть вот именно так, происходит чуть-чуть иначе, возникает непринятие. А на самом деле, спустя какое-то время, я уверена, что у всех такое было, мы осознаем и понимаем, что именно так должно быть, что вот так, как произошло, и есть лучшее для нас. Согласны со мной? Привет, привет, добро пожаловать. Добро пожаловать. Девочки, у нас сегодня эфир к моему мастер-классу, который пройдет 30 марта в Москве на тему «Где брать силы и где черпать энергию для реализации проектов». Кто в Москве, приходите, я вас жду и приглашаю. Кто меня видит в первый раз, я социальный психолог, женский тренер по отношениям, эксперт на телевидении, на федеральных каналах. Посмотрите по ссылочке в шапке профиля в топ-линке, там все мои записи на телевидении. И вот недавно я получила премию года, лучший женский психолог года по версии журнала Wow Accessible Awards. Итак. Что еще у нас забирает силы? Вы знаете, я вам сейчас скажу свою версию, это для меня. Возможно, у кого-то это не так, и может быть у вас это совершенно иначе, но я вам честно признаюсь, никого не хочу обидеть. У меня забирают силу подружки. Вот это пустословие, вот эти пустые встречи, разговоры ни о чем. А как у тебя? А у тебя как? А у тебя что? А у тебя что? То есть, когда не происходит полноценного энергообмена, когда я отдаю больше, чем я получаю, я себя чувствую просто опустошенной, вымотанной. И я понимаю, что мне эта встреча не принесла ничего, никакого результата, ни духовного, ни морального, ни мыслительного, ни чувственного. У меня нет потребности в таком энергообмене. Я не знаю, может быть, у вас не так. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, потому что мне кажется, что 90% женщин любят подружек, любят общаться. Это нормально. Я не против этого, что это прям плохо, но вот мне лично это не подходит. У меня реально это забирает силы. Я не знаю, почему. Может быть, потому что я где-то делюсь больше, чем я получаю. Но мне это вот совершенно не подходит. И когда я нахожусь в кругу многих женщин просто для общения, я чувствую, что я убиваю свое время, что я проявляю агрессию к времени и не могу в это время заняться чем-то продуктивным, сделать что-то для своей работы, сделать что-то для проекта, там, даже тот же монтаж видео, обработка фотографий, написать пост, да, что-то для Инстаграма или что-то по психологии. И сейчас вот я учусь в высшей школе Останкино, там столько домашнего задания, но я прям чувствую, что вот, блин, я сижу, убиваю свое время, я бы сейчас могла это сделать, то сделать, там, по технике речи это задали, по журналистике это задали, репортаж надо сделать, ну, то есть, понимаете, да, а я вот сижу, убиваю свое время, пью кофе и говорю о какой-то пустоте, просто пустая болтовня. Я согласна с вами, что это так. Спасибо. Слушайте, реально у вас тоже так? Вы серьезно? Да, и такое бывает. У меня тоже, но не со всеми. Да, у меня тоже не со всеми. У меня вот с мамой и с сестрой, ну, не знаю, насколько они мои подружки, но это прям вот наполняет. Все остальное, ну, есть еще несколько человек в моей жизни, они уже больше 15 лет, ну, это тоже как мои сестры, я не могу их назвать подругами, но новые люди у меня вызывают прям вот, ну, вампирят меня, короче. Никого не хочу обидеть, правда, но это мое ощущение, я имею право об этом говорить. У меня подружки тоже, подружка забрала энергию, я с ней рассталась, мне легче стало намного, аналогично, но не всегда. Да, вы знаете, бывает и такое, что вот человека из своей жизни убираешь, и у тебя освобождается место для чего-то нового, лучшего, большего, может быть, даже для мужчины, а энергия шла именно этому человеку, да, а как придет мужчина, когда у женщины нечего ему давать, нечего генерировать. Кстати, подруги, да, ну, неосознанная зависть бывает, неосознанная, это не то, что, знаете, она там пришла и вот у тебя новое платье, но все равно в голове прошло, понимаете, о чем я, все равно это там чуть-чуть, но сработало. Ну, вот мое, чисто мое мнение, может быть, я не права, но я вижу, что это так. Дальше.
Еще что забирает у нас силы? У нас осталось два пункта. Да, вы правы. Да, девчулечки мои, ну, имеет место быть в нашей жизни такая тема, да? Что еще забирает силы и энергии? Честно вам скажу. Лишняя трата денег. Это моя любимая тема про деньги. Подсознательно, да. Да. Лишняя трата денег. Что это значит? Вот бывает такое, да, вы идете в магазин просто погулять, ничего не собираетесь покупать. То есть это не запланированная покупка, это не прогнозируемая какая-то вещь, необходимая вам для чего-то, там, компьютер или телевизор, или какая-то кухонная принадлежность, или какое-то платье, обновление там, которое у вас. То есть это покупка вот просто тупо шел-шел, ой, увидел, ой, купил, домой пришел, думаешь, зачем? Чтобы что? И я потом себя после таких покупок прям ругаю. Так делать нельзя, но я себя ругаю. Думаю, зачем купила? Ну, вот это даже не вещей касается, а каких-то ненужных пустых предметов. В сувенирных отделах бывает такая тема, да? Ну, в магазинах одежды тоже. Иногда в продуктовом покупаешь больше, чем нужно, просто потому что увидел глаз. Ну, мне кажется, это очень отнимает силы и энергию именно в том аспекте, в том направлении, что потом об этом много думаешь и сожалеешь. То есть сожаление больше, сожаление о том, что деньги потрачены не туда, просто слились в ненужное, в лишнее, в пустое. Если у вас есть какие-то свои версии, присоединяйтесь. А то, мне кажется, иногда я в себя говорю, в одного. Да. Еще есть такой момент, в чем мы теряемся, в чем мы не наполняемся. В точку. Да, спасибо, Ксюш. Мы теряемся, когда проявляем недоверие пространству. Мы теряемся, когда проявляем недоверие высшим силам. Когда мы понимаем, что в принципе все должно быть хорошо, но не знаем как, да? Мы же не видим, как это происходит там наверху, как они видят сверху всю полную картинку. Мы же видим момент здесь и сейчас. Вот момент, какая-то ситуация не получилась. Все, мы сразу ушли в депрессию или в переживание, в волнение, в беспокойство, в тревогу, в страхи. Мы уходим сразу в какие-то негативные эмоции, да? Но мы же не видим всю картинку в целом. Я вам приведу пример. Например, девушка, которая хочет выйти замуж. Год, два, три, она хочет выйти замуж. И как с этим бороться? Сейчас расскажу. И она на работе, в офисе встретила какого-то партнера по бизнесу и вот придумала себе, что именно он подходящий мужчина для ее жизни, что именно он тот, кто ей нужен, и вот именно с ним ей нужно построить свою новую семью. И она всячески старается привлечь его внимание, и кроме него не видит никого. Так вот, через какое-то время пазлы сложились так, что они поженились, но никто же не знает, что и как будет дальше. И Вселенная, видя это, иногда нас ограничивает и разводит людей, или делает так, что какие-то события не состыковались и не произошли. Или мы хотели вот именно этого, да, мужчину, а Вселенная раз и послала совсем другого. Другой формат, другой тип личности, другая внешность. Благодарю за сердечки. Почему? Потому что там наверху виднее, что если сложить вот эти два пазла, ситуация будет через энное количество времени вот такая. Нам не видно, мы видим только момент здесь, сейчас, вот так, да, мы смотрим. Там наверху видно вот так, и поэтому нас не допускают к каким-то ситуациям. Или человек, который хочет купить квартиру,
именно в этом месте, в определенном, вот именно эту квартиру, а у него не состыкуется никак, не получается. То документы не в порядке, то еще что-то, то на сделку не пришли нужные люди, то с деньгами у него не получилось. Вот не получается. Почему? Потому что через какое-то время, предположим, грубо, в квартире произошел пожар, его туда не пустили. Также, знаете, есть такая тема с самолетами. Вот вы, наверное, слышали, я уверена, миллион раз, что люди, которые покупали билеты на самолеты, у них полет отменялся по каким-то личным причинам, а потом с этим самолетом что-то происходило. То есть их высшие силы не пускали в эту ситуацию, предвидя уже результат, который для них не наилучший. Поэтому недоверие пространству забирает у нас силы. Мы, не доверяя пространству, не можем правильно и здраво оценивать ситуацию. Мы не знаем, для чего нам дано это здесь и сейчас, сегодня. Я вас призываю к тому, чтобы это принять, с этим согласиться. Вот что-то происходит не так, как вы хотите, да? Прям договоритесь с собой. Значит, на этот момент для меня так лучше. Значит, сейчас мне так полезнее. Значит, сейчас это максимально лучшее, что со мной может произойти. Поверьте, через какое-то время неожиданно для вас вы действительно подтвердите то, что для вас это было лучше. Что этот мужчина был не ваш мужчина, потому что вам прислали лучше. Что эта квартира была не ваша, потому что вам дали лучше. И так далее. И действительно, подтверждение приходит не вот завтра, но оно приходит. Если есть ощущение, что жизнь мимо проходит, трачу бесценное время впустую. Да, Анечка, такая тема тоже есть у женщин, особенно у девочек. Мы же любим себя покритиковать, посамобичевать. Вы знаете, подойдите к зеркалу. Вот для девочек это очень полезное упражнение. У меня постоянно так бывает. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя. Когда вы будете одни, можно это в ванной, в туалете, и сами себе скажите: я люблю тебя просто так, просто за то, что ты есть, не за твои достижения, не за твои победы, не за твои успехи, не за то, что ты делаешь хорошо или что ты делаешь плохо, я просто люблю тебя за ничего не делание. Вот ты есть, и это прекрасно, так придумал Бог, это не вы придумали, вы здесь, на этой планете, потому что так нужно. Научитесь себя любить просто потому, что вы есть там с таким строением фигуры, с такой внешностью, с таким ничего не деланием, с проживанием жизни впустую. Просто согласитесь, да, вот сегодня в моей жизни такой момент. Ну и что? Я есть, я живая, я здоровая. Вы знаете, я не знаю, кто смотрел сторис, да, мои с Юлей Началовой. Почему меня так это тронуло? Я не могла остановиться, я 3 дня просто рыдала. Почему? Я вам расскажу, почему. Я с ней, мы с ней ровесницы, мне 37, ей 38 было. Я с ней с самого начала ее карьеры. Она мне очень подходит эмоционально, да, по характеру. Мы с ней где-то в чем-то одинаковые. И ее песня, вот эта «Герой не моего романа», это первая песня, которую я исполнила публично. Я ее пела в микрофон при людях. Это прям была первая песня. Тогда караоке не было. Это было лет, наверное, 15-16 назад, и для меня это вот такой, знаете, момент в моей жизни. И когда она ушла, у меня случились такие осознания в голове. Я стала понимать, что, ну вот грубо, да, сейчас скажу, вот когда человек в могиле, уже ничего невозможно исправить, все, уже пофиг, какого размера грудь, сколько у него вес, впустую он живет, не впустую, есть у него мужик, нет мужика, вот до лампочки, человек лежит в гробу, все, ты ничего не можешь сделать, и сколько бы денег не было, и сколько бы детей, все, человека нет, все. И у меня такое осознание произошло в голове, прям щелк, думаю, господи, я тут еще где-то там что-то хочу, чем-то недовольна, прости меня, пожалуйста, все любимые живы и здоровы, мои дети живы и здоровы, у меня есть успешные проекты, у меня есть много чего, за что благодарить,
Как я могу, как я смею вообще чем-то быть недовольна? Вот подходите к зеркалу и говорите себе: я себя люблю просто так, я живая, здоровая, я трачу деньги на еду, конфету, шмотки и всякую ерунду, я не трачу деньги на алкоголь, наркотики, антидепрессанты, ну, сейчас не хочу матом говорить, ну, короче, не шляюсь, да, вот вы поняли, да, о чем я, вот. У меня бабуля моя иногда смотрит, ей 80 лет, она мне потом говорит: Наиля, как ты могла сказать в прямом эфире слово «секс»? Ты что? Поэтому я стараюсь выражаться прилично, чтобы не травмировать ее психику. Спасибо огромное. Да, и вам спасибо огромное. Я ответила на ваш вопрос, Аня. Я надеюсь, я вас хоть чуть-чуть убедила, хоть немножко перевернула ваш мозг. Вы красивая, молодая, здоровая, желанное, сексуальное, внушайте себе это, разговаривайте с собой в зеркале, со своей душой и не ругайте себя, это тоже у нас отнимает много энергии. Лучше свою энергию направить на созидание, лучше направить на то, что я делаю так, чем на то, что я делаю не так. Например, ну да, даже если вы впустую проживаете жизнь, но вы это делаете лучше всех. Вы дуже крута, спасибо. У меня, кстати, мама со Львова. Так что я на хохлядском говорила какое-то время, мы каждое лето ездили к бабушке во Львов, и я там прям нормально так говорила, но сейчас уже все это, конечно, подзабылось. Как избавиться от депрессии, подскажите, пожалуйста. Дарья, у вас прям депрессия, ну, то есть депрессия — это прям болезнь, это уже психологический синдром с клиническим вмешательством, то есть депрессию лечат уже медикаментозно, или у вас, ну, просто состояние удрученности, апатии. Прокачивайте себя, кроме вас это никто не сделает, вы должны набирать себе солнце, вы должны в себе открывать вот этот дух силы, дух энергии, дух любви, вы должны сами себя прокачивать, и перестаньте себя ругать, вы лучшее, что есть у вас в жизни, лучше вас в вашей жизни не будет никого и никогда. Вспомните еще раз Юлю Началову, это девушка, которая ушла в 38 лет, в самом рассвете, в самом соку, и вот тут уже ничего не сделаешь, а вы живые, здоровые, у вас все есть, вы можете кушать, ходить своими ногами, сами себя одевать, причесывать, смотреть в зеркало. Цените это, благодарите за это. И скоро будет весна, все будет цвести, будет везде солнышко, будет так круто вообще. Так, Наиля, что мне делать? Я на сайте познакомилась с парнем. О-ля-ля, как интересно. 1 месяц назад он не выходит в реал, кормит меня завтраками. Как мне быть? Терпение не что? Терпения на него нет. А зачем там что, на сайте он только один, что ли? Зачем он вам нужен? Пусть он просит вас о встрече. Почему вы в позиции ниже, вы его ждете? Почему? Нет. Когда у вас есть отношения с каким-то парнем, которого вы тем более не знаете и не видели никогда, вы должны быть для него подарком. Он должен вас хотеть искать где-то, придумывать какие-то лазейки, как вас выцепить в реальную жизнь. Если он этого не делает, вы его перекармливаете своей энергией, у него передоз происходит, ему неинтересно. Вы чуть-чуть отдалитесь, не давайте ему себя кушать, энергетически я имею в виду. И когда он почувствует, что оп, канальчик перекрыли, энергию-то мне не дают, он из голода начнет вас искать. А сейчас передоз, вы его перекармливаете собой. Маргарита, я доступно объяснила, вы меня услышали. Я себя люблю просто так. Голда солнце. Ну, у вас поэтому такое название аккаунта. И голд, и солнце. Солнце золотое. Понятно. Да, я поняла. Анечка, отлично. У вас есть медицинское образование? Нет. У меня 2 высших образования. Я социальный психолог. По первому высшему образованию я инженер-строитель-экономист. У меня красные дипломы. Также я тренер по отношениям. Недавно закончила курс по стендапу, я обучилась на стендапера, так что шутить тоже официально могу. Вот, и прошла в своей жизни более 70 тренингов, я на самом деле прокачанная тёточка. Вот, книг очень много читала, около 200 книг прочитала и продолжаю это делать. Медицинского образования нет и никогда не хотела, я боюсь эти все морги, эти все там... Нет. Я с душой. Я про душу, я про красоту, я про любовь, про отношения, про мужчин, про цветочки. Ну, не про вот это все. Состояние, как будто я ходячий труп. Даша, вы чего? Напишите мне в личку, пожалуйста, я вас в чувство немножко приведу. И проблемы просто съедают меня.
я осталась одна без родных, и мне даже не хочется ничего делать. Знаете, может, это и бред, это не бред, но это как будто руки опустились. А вы из Москвы, Даш, может, вы придете ко мне в субботу на мастер-класс? Приходите, я в Москве 30 числа в эту субботу делаю мастер-класс по наполнению энергии, как раз для таких грустных девочек, как вы. Но если вы не из Москвы, напишите мне в личку, я вам дам пару советов. Как притянуть мужчину мечты? Может, я что-то прослушала? А, вы очень добрая, спасибо. Как притянуть мужчину мечты? Вот вы понимаете? Ну, как я вам сейчас вот так вот? Верить, ждать, фокусироваться, составить портрет идеального мужчины. Проявлять инициативу, не бояться, быть веселой, зажигательной, энергичной. На свидание не ходить за унылой, не ходить тоскливой, ходить всегда светлой, полной энергии, позитивом, улыбаться, шутить, уметь рассмешить, быть веселой и приятной. Не аниматором, я не про это, не надо быть клоуном, нет. Я про то, чтобы ваш свет изнутри транслировал и привлекал к себе таких же достойных мужчин, потому что мужчина считывает ваше энергетическое состояние. Вы даже внешне можете выглядеть так себе, но ваша энергетика его притянет, завлечет, заворожит, вот. Так, Таня Свет ответила на ваш вопрос? Ну так, в рамках прямого эфира, это у меня целый тренинг на 2,5 дня, как притянуть мужчин. Это 8 часов и 4 часа, понимаете, да? Я не могу за минутку вам тут ответить. Так, он у меня, что он у меня... селфи просит в WhatsApp, я посылаю, теперь думаю, не нужно. Конечно, не нужно, вы его энергией кормите, конечно. Вы ему даете дозировку, он ее кушает. Зачем ему встречаться с вами физически, когда вы и так ему даете кусок своей энергии? Конечно. Ну, вы прямо бомба. Ага, муж тоже так говорит. Почему, когда я не дома, мне хочется мир покорять, образно говоря? Когда прихожу домой... у меня опускаются руки, апатическое состояние наступает. С чем это может быть связано? Потому что, когда вы не дома, вы в социуме, вы в движухе, в энергии, в драйве, вам всегда надо что-то делать. Когда вы приходите домой, вы расслабляетесь и впадаете в состояние апатии. Ну, это нормально, амеба такая пришла домой после своего бешеного ритма. Ничего в этом страшного, ну, не приходите домой. Нет, я шучу, домой приходите, но да, вы такая, принимайте себя такой, да, я такая, когда в социуме, я кручу-верчу, завертеть хочу, когда я дома, я отдыхаю, ну и что, включайте, мы вот с мужем тоже вечерами дома включаем сериал, берем семечки и тупим, смотрим в телек, ничего не делаем, ну и что, разрешите себе, что вот мы привыкли себя любить только когда мы в деятельности, когда у нас есть успехи, проекты, достижения, мы зарабатываем деньги, мы активные, мы такие все, вот мы себя любим, а когда мы просто на расслабоне, вот просим, мы себя не любим. Почему? Любите себя любой. Вот какая есть, такая есть. Толстенькая, отлично, аппетитная. Худенькая, прекрасно, стройная, как кипарис. Любите себя любой. Вот вспоминайте Юлю Началову. Мне это очень помогло. Вот пусть она спит там светло, я ее очень ценю, и ее творчество всегда, навсегда останется со мной, но у меня щелкнуло в голове, у меня просто перевернулось, что все, человек не может сделать ничего, понимаете, все, молодая, красивая, а мы можем творить, любить, ходить, пить, есть, гулять, радоваться, плакать, грустить, ничего в этом такого нет, это жизнь, мы живем, надо за это просто благодарить. Тома 917. Я ответила на ваш вопрос, дорогая? Спасибо огромное. У вас столько сил, любви и вдохновения. Спасибо вам, спасибо, дорогие, что вы со мной, что вы идете за мной, что вы прислушиваетесь к тому, что я говорю, что вы хотите работать над собой, хотите сделать свою жизнь лучше, круче, ярче, солнечнее, праздничнее, и поверьте, так оно и будет, я вам это обещаю, нужно просто чуть-чуть приложить сил, чуть-чуть себя прокачать, как-нибудь я расскажу, из чего я выбралась, это вообще капец, где я была и как это все, к чему я пришла сегодня, как я вообще попала на телевизор, это вот такие пазлы, такие там водовороты и события, уму не приложить, вы дуже гарно, разумно, вас хочется слухать и слухать. Спасибо, моя дорогая Ксюшенька. Когда я отдаляюсь от него, он опять ко мне. Что мне делать?
Еще раз повторяю, Маргарита, перестаньте проявлять себя, перестаньте его перекармливать своей энергией. Чуть-чуть отдаляйтесь. Инициативу чуть-чуть проявлять, это знаете как? Притянуть, оттолкнуть, притянуть, оттолкнуть, притянуть, от... не надо все время притягивать. Когда вы кушаете каждый день торт, вам уже тошнит потом от него. Не надо, тортик раз в недельку, да, остальное время соленые огурчики. Улавливаете? Я могу быть легкой, веселой и т.п., когда мне немного пофиг на мужчину, да, но если начинаю влюбляться, то есть на первых порах получается, нужно не залипать на них. Да, а знаете, как не залипать? У вас должны быть свои дела, свое творчество, у вас должна быть своя деятельность, свой мир, своя жизнь, чтобы вы не растворялись в нем, чтобы у вас не было такого, что «Ой, появился мужчина, и вот он моя жизнь, вот он все, что мне нужно, вот все, вот есть этот мужчина, есть моя жизнь, нет этого мужчины, и пофиг вообще, 15 минут погоревали и дальше пошли нового искать». Чтобы не было этого, и он это считывает, они такие хитрые, только ты в нем растворяешься, все, он сразу начинает давлеть, он сразу начинает уже превращаться в чудака на букву «М». Это надо очень фильтровать, отношения — это работа. Если все пустить на самотек, хорошего ничего не получится. Сфера ответственности мужчины — это социум, деньги, зарабатывать, обеспечивать. Сфера ответственности женщины — это красота и отношения. Если дать это на мужчину, дать это мужчине, то и результат будет, понимаете, так себе. Это как обезьяне дать рулить самолетом. Ну, в смысле... Да ваша жизнь, ваши отношения, ваш кайф, ваше счастье, никогда никому его не доверяйте. А можно мне отшить его, он забирает энергию. Может мне отшить его? Это вы уже сами смотрите, если вам он не по кайфу, отшейте. Если вам он как-то нравится, не надо отшивать, пусть он вас добивается. Подумайте стратегически, как вам сделать так, чтобы не вы за ним бегали, а он за вами. Чтобы не вы думали, почему он не пишет, а он чтобы думал, почему вы не пишете. Да, спасибо большое, от вас много положительной энергии, спасибо. Дякую, спасибо. Ну все, у меня сейчас украинская молва тут пойдет. Блин, я же только читать могу, я же разговаривать не умею, а на сайте знаком, сколько фото лучше размещать. Ну что вам, дать лайфхак, секретный секрет? Сейчас я вам расскажу, как на сайте знаком с фото размещать. Смотрите. Девочки, кто еще не слышал из Москвы, 30 марта в эту субботу я провожу мастер-класс по теме, где черпать силы, брать энергию для реализации в проектах и для отношений. Пишите в директ, записывайтесь, успевайте, пока есть места. Итак, на сайтах знакомств размещаем, если вы хотите замуж, размещаем свои фотографии в бытовой деятельности. Вяжем носочки, готовим еду, стоим перед зеркальцем красивые, не обнажаемся, ножки не показываем, мини-юбки не показываем. То есть мы не разводим мужчину на секс, нам это не интересно. Вы же понимаете, если вы выставите грудь, что он будет думать? Я ее хочу. А вам надо, чтобы он думал, я хочу на ней жениться. О, она мне подойдет, как мать моих детей, понимаете? Если вы выставляете свои формы, это другие мысли у него вызывает. А когда вы выставляете, какая вы домашняя женщина, с утюжком, с ниточкой, с иголочкой, с едой, плов приготовила там, что в фартучке стоишь у плиты. Пока муж не слышит, я когда еще замужем не была, мама плов готовила, я стояла с этим пловом на сайте знакомств, типа, и мне, ой, какой плов, настоящий плов. Ну, какая разница, фотку выставили, и ладно будет. Так, дальше. Ну, подскажите, что сделать, как сделать так, чтобы муж начал ценить, менять себя, начинать себя, прокачивать себя, становиться такой, которую вы сами захотите. У вас должна быть деятельность, у вас должно быть творчество, вы не должны быть королевой кастрюль. Или даже если вы королева кастрюль, рисуйте дома, пишите стихи, занимайтесь какой-то, плетите руками, делайте что-то, чтобы ваш мужчина видел, за что вас можно уважать, понимаете? Мужчина уважает только ту, которую он может чуть-чуть потерять. Когда он понимает, что да, она такая борзая, ей вообще пофиг. Ну ты отлично, ну не ты, так она другого найдет. Он эту женщину ценит. Он не ценит женщину такую, которой я была, к сожалению, в прошлых отношениях. Я этого не знала. Я растворялась в своем мужчине. Он был для меня бог, царь, весь мир. И все, ради чего я хотела жить, это был он. Это неправильная постановка задач. Это...
Травма жертвы, которая транслируется мужчине, он считывает и также себя недостойно ведет. Поэтому обязательно прокачивайте себя, становитесь солнечной, яркой, красивой, чтобы у вас всегда была какая-то деятельность, у вас дела, у вас нет времени, в смысле сегодня свидание, я сегодня не успеваю, давай завтра, давай. Вы все время в движухе, вы интересная, понимаете? Станьте интересной для себя, поверьте, он начнет вас ценить, я вам это обещаю. Мне 56 лет, Светлана. Боюсь оставаться дома сама. Кажется, сейчас подымется, как всегда, давление, и я умру. Ой. Если вы боитесь дома оставаться одна, у вас есть какая-то травма, когда вы оставались дома одна, и что-то случилось, это нужно проработать. Это раз. Давление поднимется, потому что вы на это настраиваетесь. Ваш страх притягивает эту ситуацию. То есть то, чего я боюсь, то я и притягиваю. И если вы свой мозг программируете, а вдруг, то вдруг случается. Переформулируйте свою всю эту фразу и говорите, мне 56 лет. Прям сами себе в зеркало говорите, зомбируйте себя. Я кайфую от того, что я дома одна. Включайте себе музыку, поднимайте себе настроение. Говорите, мое давление всегда в норме. Прям в зеркало вот так смотрите, говорите, мое давление всегда в норме, я молодею с каждым днем, моя кровь очищается, обновляется, я молодею, и жить я буду вечно. Все эти слова вам нужно заменить на позитивные. Как мне сделать, чтобы он мне писал? Отстаньте от него, не думайте о нем, выключите его из своей головы, переключитесь на других мужчин, на сайте их миллионы, пишите всем подряд другим и переключите, не думайте о нем. И он сам включится. Если не включится, забудьте, поверьте. Девочки, жду вас 30 марта у себя на мастер-классе в субботу в Москве. Тема «Где черпать силы? Где брать энергию?» Стоимость всего 1000 рублей. Я сделала это специально, чтобы не завышать. Будет угощение, будет чаепитие, угощение, подарки и проработки, как всегда, от меня карты ангелов, красная нить из Иерусалима, которую я привезла в октябре прошлого года. И расскажу вам немножко про телевидение, там столько всего страсти-мордасти, очень интересно. У нас осталось 3 минуты, я готова ответить, кто не успеет, пишите в личку. Как быть, если ты беременная и понимаешь, что мужчина рядом не твой? Была бы не беременная, уже давно ушла. Как правило, правильно поступить и не депрессовать сейчас? Во-первых, согласитесь с тем, что все, что происходит, происходит правильно. Раз это сейчас происходит, значит, для вас так лучше. Это польза для вас. Дальше. У беременных женщин гормоны очень сильно скачут. Возможно, сейчас с вашим гормональным состоянием вы этого мужчину воспринимаете так. После того, как вы родите, через месяц, два, три пересмотрите свою картинку и углубитесь в достоинство этого мужчины. Может быть, вам кажется, что он не ваш. И ключевое слово «кажется». Если в достоинство углубляясь, все его лучшие качества вы рассмотрели, список лучших качеств прописали и поняли, что все, не можете, постарайтесь с ним договориться и сделать это красиво, лояльно, аккуратно, и чтобы было спокойно для всех, чтобы это было вот не в раздрайв. Было интересно. Спасибо и вам. Огромное спасибо, что вы со мной принимали участие. Я с этим парнем конфликтовала из-за встречи в реале. Я хочу все к лучшему. Девочки, я вас благодарю за присутствие. Пересматривайте в записи, кто не успел. Жду вас 30 марта в субботу у себя на мастер-классе в Москве. Спасибо вам за ваши интересные вопросы. Вы у меня очень крутые. Очень прокачанные, мудрые, умные и все красивые. Поверьте, если работать над собой, над своими эмоциями, над своим состоянием души, тела и разума, у вас обязательно все получится. Это всего лишь вопрос времени. Вы должны четко осознавать, что кроме вас, в вашей жизни, ваше внутреннее солнце никто не зажжет. Это ваша работа и ваша зона ответственности. Подходите к зеркалу, зомбируйте себя на счастье, программируйте себя на любовь, разговаривайте с собой, договаривайтесь с собой. Поверьте, у вас все получится, потому что я в вас верю. До новых встреч, дорогие. Люблю, обнимаю, благодарю и благословляю. Пока.